Ко дню республики сегодня в ряде образовательных учреждений области учащиеся писали диктант. Основная цель такого мероприятия – уважение ценностей и принципов государства, а также формирование национального единства и согласия. Одновременно за парты, чтобы проверить свою грамотность, сели около 105 тысяч школьников. Все подробности далее. День республики вновь возрожден с этого года. Соответственно, к этому празднику проводят ряд мероприятий. Одно из них – диктант. В организации этого процесса участвовали все школы региона. Учащиеся одновременно сели за парты не только, чтобы проверить свою грамотность. Написание диктанта накануне такой значимой даты подчеркивает единство и согласие. Что касается текста, который ребята писали под диктовку, то по объему он отличался. Все зависело от класса. Однако смысл был общий – это ценности Родины и единство народа в Казахстане. Я считаю, что данный текст пробуждает патриотизм в юном поколении. Я люблю свою страну, свою школу и считаю, что данная акция благотворно влияет на юное поколение наших учеников. Диктант действительно воспитывает патриотизм в учениках нашей школы, в учениках нашей страны. Этот диктант вносит огромный вклад в развитие нашей страны в дальнейшее, в развитие молодого поколения по отношению к нашей стране. И, честно, я считаю, я являюсь патриотом, я буду работать, буду учиться для того, чтобы развивать нашу страну. Вообще изначально любовь к Родине начинается с семьи, потом это дальше прививается в школе. А вот этот диктант, я считаю, одним из основных пунктов для прививания этой любви. Возрожденный День Республики – праздник национальный. Он несет в себе значимость государственных ценностей и независимости нашей страны, и, конечно, граждан, истинных патриотов Казахстана. При этом стоит подчеркнуть, что привить любовь к родной земле – это не только задача учителей. Этот процесс должен начинаться буквально с колыбели. Я хочу поделиться, прежде всего, впечатлениями, которые высказали ребята. Ощущение, чувство гордости. Это, во-первых. Во-вторых, желание понять как можно больше о своей прекрасной родине. Четвертый класс. Кажется, маленькие дети. Но понятие родины, понятие единства, понятие национального единства для этих детей уже очень важно. В написании диктанта приняли участие около 105 тысяч юных приуральцев. Это учащиеся со 2 по 11 классы. Из них 51 тысяча – это школьники областного центра. Основная цель написания диктанта – это прежде всего воспитание любви к родине, чувство патриотизма, а также уважительное отношение к ценностям, принципам государства. Между тем, ко Дню Республики планируют организовать форум патриотов среди школьников области, а также выставки рисунков, конкурсы чтецов и дебатные турниры. Кроме того, во всех школах региона пройдут воспитательные часы. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.